камеру, Есть? уезжаем отсюда. Да, я взял. Ой, у меня тут гости. Я вас на касатке заберу, слышите? А, мы на хаммере сейчас поедем на сейф-зону. На хаммер? Давайте. Кто стреляет? Я с пистолета. Ребят, давайте быстрее. Я бегу. Идите к хаммеру. Я вас не вижу, нас могут взять. Я сзади тебя, я сзади тебя. Где сзади? Четыре сишки? Сзади, слева. Это как? А, не, у меня денег вообще нет. Закрывай. Давай быстрее прыгай. Чего? Где? Я прямо посреди миссии на хаммере камуфляжном. Я подбегаю к горящему хаммеру. Окей, сейчас подберу тебя там. А, так, дальномер у нас нет, да? Нет. У меня только бинокль есть. Кто положил сюда солдат клотинг? Я давай, не знаю, оно там было. Свернул. Оно там было. Башню сверну. У меня так, вообще не было скинов, ты сам. А, мы в Шератон, поедем. Шератон. А там нету продавца этого... Есть. Транспорта есть, нам только транспорт дать. А, я говорил про черный рынок. Черный рынок, лапуну я оставлю. Понадобится. Даша, блядь, сказал не надо. Так, кто стрелял? На! Но мне не давай. Не, ну Лёха, понятно, что не ты, да, ворота. С той стороны. Это, ребятки, пароль от дверей 699. Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что за дверьми кто-то сейчас стрелял? Нет, это в двери, вот в эту сторону, внутри. А как вести пароль дверей? Кто-то головопать, я не знаю, кто. Не я. Бля, я в пати не могу расформировать. Какой там пароль еще раз? 699. Так, лок. Все. Open. Open door. Да, все могу. Так, сейчас надо понять, эта дорога приведет нас к Шратуму. Теперь закрыть. Сейчас узнаем. Нет, судя по всему, нет. Так, например, у меня есть GPS, почему нет? У меня тоже есть GPS, но показывает на небольшую дистанцию. Так, кто стреляет? Кто сейчас стрелял? Дверь закрыли быстро. Закрой, я не умею. Да, я первый раз. Я не умею таким дверью пользоваться. Кто-то с G17 стреляет. Ага. Ну, блядь, закрывай. И, по-моему, очень близко к нам. Понимаешь, уже второй раз так стреляю. Да? Да, проблема это база. А, так, походу, про нашу базу сейчас говорят, или нет? Да. Да. Я вылетел. Проблема этой базы в том, что здесь есть окна. Наоборот, это не проблема, это гигантский плюс. Не, ну если я имею в виду, кто-то нас окружит. Понимаешь, сейчас кто-то бегает за стеной нашей базы, блять, я только что выходил на стену и нифига. Нет, видишь, как занят. Странно. Я сейчас ливнулся с группы. 2 километра от кольца. Я сейчас ливнулся, потому что у меня вылет произошел. Потому что я переодел скин и меня выкинуло. А че это вертушка черная стоит? Осадка. А. Прикольно. Да, Лёха, эвакуировать нас будешь с базы? Да. Торговой, точнее. Да. Сейчас. Окей, тогда нам 2 с хреном километра еще лететь. Ты там ехать. Подготовься. Угу. Ну да, ехать. Ну, нам примерно 5 километров лететь. Окей. Всяко быстрее. Ага, так, ну все, сейчас это я открываю вертушку, полетели. Ты хочешь прямо сейчас? Да. Человек. Здесь. Не ори! Где человек? О, красавчик. Убил. Он к нашему чинуку полз. А. Лёха, мы тебя ждём. Осматривайтесь, потихоньку, может он один там. Вот я что-то тоже думаю. Ну вот да. Давайте-ка я немного покружу над базой.
Там вроде ТВП есть, пусть возьмите кто-нибудь одну. Еще один вон. Где? Это зомби. А, да. Значит, это зомби. Там прям под стеной. Да, это был зомби. Уазик, не парься, это наш уазик. Ну, я думал, вообще разбитый стоит. Уже 17, ну, да. Это, парня, чекните. Сюда залезет? Да. Сдох, пока никого нет. Влад. Иди чекни, пацаны. Давай, спустим. Заедем ли мы на эту горку? Интересно. А, я тебя тоже самое спрашиваю, то что... Заедем. Мне кажется, его сейчас в бок понесет, и мы съедем эти. Здесь физики нету. Под чинуком он, давай. Ладно, выпрыгнул. Лёха, он же под чинуком? Ну, он рядом с чинуком. Я вижу его, я вижу. Вот это да. Он на велосипеде сможет так повторить? Да, я сегодня так ехал на велике. Вау. Да хороший рейд. Я, сука, виноват, да? Ты что думаешь, ты меньше орёшь, чем она? О, гранатка. Неужели ты так думаешь, ты так громко разговариваешь и считаешь, что ты не орёшь? Ты орёшь! Поэтому то, что орёт она... В принципе, ничего ценного нет, кроме АК-74, если... Кого? Да вот этого пацана, который около нас ещё базы был. ВМВ просто кинь, да и всё. Вдруг пригодится. Мне вот ложить-то некуда, у меня рюкзак, значит, начальный. Да, хрен с ним тогда. Блин, походу тут кто-то еще бегал. А у чел-то рюкзак какой? Обыкновенный, стандартный, это кепка. Кепка. Кепка так, стой, с калашом, завис. Как он до сюда добрался? ХЗ. Грисвель. Но у него была гранатка еще, кстати. Да, я взял гранату. Может меня забрать? Здесь видно? Не-не-не, с авиабазы. Ну, для начала я заберу ребят из Шваткана. Ну давай. Они ведь уже приехали, пока мы тут кружили над базой. Не, я не над базой пришел, я захожу. Противогазе. Да. База, что ли, справа? Нет, это я немного проехал торговый город. Продастся, успеете? Здесь есть ли торговец с техникой? Да. Где он? В домике. Окей, вылазьте из машины. Иду в домике. Военная техника. Продать. 600 рублей. Может купить что-нибудь из строительных материалов? Сборочные ежи. У меня 1600. Могу купить штуки 3. Давай-ка на заставку. Точнее, сейчас на базу деньги скинем, потом на заставку. То есть сейчас не тратим, да? Сейчас не тратим, да. Окей. Вертолет. Да ладно. Так, Fresh Sunbrook Sound. А, винчестер на продажу, кстати, 80 рублей стоит. Угу. Так что в самом начале можно фармить просто винчестеры. Это... Фрэш, не спи. Ребят, кто был в апате? Хрен его знает, я походу. Да, я. Расформирую его. Чем? Распустил. Ну, я пересоберу. Сейчас обновить. Зелбор. Сэмбро. Саун.
Здесь попытался надеть костюм, короче, все пропало. Подожди, кинь еще раз, блин, аж бесит. Ты заебал, мудила. Нет, это не ко мне вопрос. Это нормально. Может, тогда на военную базу съездим? На военную базу? Да-да. Это не надо состав выбрать. Ну, так возьмем. Хорошо, но мы не помним состав. Пиня просрался. Я тут лег. Пинь тебя забирать? Да. Офигеть, тут место, блин, вертолетик. Лёх, меня-то слышно, нет? Да. Ну, так что-то хотел. Две райки. Ну, вообще, как К-60 посадка, это пограничный вертолет. Тут еще на 4 человек есть место. Илья. Да, чего? Да, что? Кидай патроны. Не хочу. Отсюда. Сейчас. Да, и мне один рожок, пожалуйста. Уберите, там 3. И сама СВД-ха, если надо. О. Есть. Меняю. А есть еще патроны на СВД? Не, нету больше, только 3 было. Ладно, держи. А станаги, спасибо. Станаги нет. У меня есть вот эта вот хреновина. О! Если что, у меня еще 4 магазина. Рядовой пень. Да. Она с ночным визором, так что... Лёха, чего ты будешь? Ой, я так СВК патроны забыл, правда. Это, придется на базу залететь, взять пару противотанковых. Гранаты? Оружие. Лапуна пробивает танки? Да. Ну, вот знаете? У меня есть лапуна, так что... она нужно для нее патронов взять. Ну, у нас есть. Как раз я... Если у вас есть КСВК, то держи. У нас есть КСВК, Лапуна, М107. Только М110. М110 брать будем или нет? С КВП нет, там смысла в ней нету. Ну ладно. Смысл сейчас только имеется в пулеметах. И на чем полетим на миссию? Ну вот видишь этот аппарат? Ну, у него слотов меньше, так что... Чё предлагаешь, взять МБ? Ну, хрен знает, нет. По-моему, это дорого. То есть мне СВД не имеет. Ну ладно, берем эту. Берем что хочешь, просто возьмем несколько пушек, таких вот хороших, типа лапуны и все. Чисто чтобы уничтожить. Вы летите, не? Да, мы. Касатка, да? Да. Черная такая. Да. Да. У нас 6 рыл, если нас кто-нибудь собьет, он охренеть. Еще с факом на свине, да? Отвезите меня в этот, в трейд. Зачем? Продажа. Кабара. Чувак, это в тему сейчас, по-моему. Да вы что, меня в торгу... Да скинешь просто, и все. Скинь пока вертолет. Я специально... Места в вертолете немного, так что не стоит, если там оружия много. У меня все забито оружием. Хотя бы Шангини прискиньте мне. Ладно, Шангини еще можно. Точнее, когда ждете, я продам. Шрат, мне. Гранат тогда потом реализуете. Сюда есть. А, блин, с тем же еще более утоляющее надо, все хрень. У меня есть. Более утоляющий, у меня аж 3 штуки, я бы... скинь по одной лишней. Лёха, что лучше оставить, МК-12 или М-43? Лёха, может хэммер возьмём? Да. Ну, можно, тогда берём чинок от хэммер. Бери, я поняла, хорошо. Окей. В торговый город не забудь закинуть. Я помню. Подождите, я продамся и по-быстрому к вам маршрутно обратно. Только на базе мы будем долговато тусить, потому что я буду вас всех собирать. Воедино. Слисли, а что меня-то собирать? У меня будет с собой все. Адреналин есть у тебя? 7 гили, 7 пушку, 7 медкомплекты. Даже сейчас... Зачем гили-то? Он не маскирует. Ммм...
ладно. Это, чё, сейчас у того деньги. Два морфия лишних есть. В смысле деньги? По-моему, этого, у Ильи все деньги сейчас. У меня 1600. Вот, да, сейчас будешь затаривать нам всем медицину. У меня в банке. Я скину тебе, сам все закупишь. А, ну ладно. Можешь еще пару обоим на СВД купить? Угу. Да, на тебе еще. Короче, все деньги мне сейчас скидываете. Вообще все. Там на Лапуну лишних, ну, лишние еще магазины тоже можно. Ну, у нас на базе есть. Ну ладно, тогда ладно. Пень. Да? Не говори, унитаз. Вася там сатану вызывать. Сеска саваны. Сломал! Анатол вычкинул, добрый Анатол. Так, сейчас Пеня продастся. Пока купить Пеня себе ДМР. Пока Пеня продается, значит, по одному, у кого есть деньги, по одному ко мне подходите. А я в машину выбросил. У меня налички нету. Я свою наличку в машину выгрузил, хотя могу забрать ее. Сейчас у меня будет. А, она забрана. Прилетел вертолет, и такая толпа выгрузилась. Слышь, Пень, а? В МВ скидывал. Эй, я останусь. А, да, в МВ я скидывал. Так, да, хорошо. Босс. Стан, потом да. Сверь. Здесь босс. Передать наличные. 1600. Передать. Да чтоб тебя. Спасибо, что убил. А реально он убил? Нет. А чё здесь за вспышка была? Да, типа это стреляли. И то, что. Так. Надо сейчас хотя бы сумку купить. Хоть какую-то. Чтобы так мне вам просто. У нас есть приближение, это шикарно. Лёх, да. Сможешь мне сумочку купить тоже? А, я могу ганбэк свой отдать, мне он нахрен не уперся. А, ну скинь тогда в этот. Потом в этот. Ты понял. Куда? В вертолёт? Ну или сейчас, короче, вы здесь все делаете, сделайте меня, откроют, я выйду туда. А то мне, блин, тоже как-то ситариться буду, как-то неудобно с этой сумочкой. Так, нас семеро, да? Хорошо. Значит, я куплю всем еды, воды. Ну, в принципе, не знаю, можешь меня вы не убирать, я... У меня есть всё. Ну, мне похуй. Окей. Я всем куплю. Щедрый. Так, теперь еда. Раз, два, три, четыре. Вот так ручки держи. Пять, шесть, семь. Вот так ручки держи. Дай не буду больше красить. Раз, три. Да, Ша, сейчас. Видишь, что ты делаешь? Он же еще не высад, доча. Так, нельзя. Так, Леха, мне нужно и снаряжение более утоляющее. Мы еще до этого дойдем. Ну, в общем, я себе ДМР купил. У меня только на нее патронов 4 магазина всего. Не трогай! Хорошо. Можешь еще закупить? Или... Я на СВД только. Три рожка. Пень. Чё заряженный. Так, пень. Ну? Деньги все тогда сюда. Так у меня осталось 20 рублей. Давай. Ты где? Я здесь. На втором этаже, где оружейка. Встань и иди, Илья. Молодец. Хватит за пятину жрать. Не мешай, ему нравится. Я, по-моему, он торчит. Неадекватно. Так. Значит, почему все сидят в вертолете? Вываливайтесь оттуда, нафиг. Давайте, выходите. А чё не так-то? Ну сейчас, блин, я буду всех экипировать, а вы сидите. Так, а Илья, ты где? Илья, собственно, тут. Вон он, а, да, где? Так. А вот где? Где там рюкзак-то твой? Сейчас сюда на землю скину, надеюсь, он пропал. Так, значит, пропал. Значит, слушаем меня внимательно. Блин, отойдите, короче, туда отсюда. На отряд ДЦП. Я отбегу на минуту. У кого патроны? Где ты такой классный скин нашел? Я? Нет, Зелбер.
Опять у меня начинает жопа гореть. Пень. Сталкерский. Сколько не хватает кому обоим? Мне два магазина. Кому еще не хватает? У меня М110, два магазина. Ну, с М110. Да, СВД попросил. Да то шелустит, блядь. Пиздец. Парочку магазинов на СВД, пожалуйста. В смысле, не поднимается? Лёха, давай просто по отдельности с каждым человеком, кому что надо, да и все. А то ты так толпой запутаешься. Хорошо. Бадди, иди сюда. Сейчас. Стоп. Вы можете мне рассказать комбинацию снова? Значит, встаешь раком, открываешь рот и принимаешь два хуя. Все. А, вот. Это плохая комбинация. Мне либо не знаю, надо призойти, у меня пишет, что рюкзак уже поднимается. О, клиент мне купи. Бадя, тебе чего не хватает из медицины? Ну, здорово. Здорово. Ну, пакета крови, если он нужен. Только краболюди так умеют. Только краболюди. Давай. Полный рост. Адреналин нету. Ага. В основном морфий, бинты, обезболивающие есть. Хорошо. Значит, бинта 4 у тебя, да? Да. А, хорошо. Значит, я тебе передаю две обоймы СВД. Илья, иди сюда. А, антибиотики, пакет крови. А, нет, антибиотики не нужны. Пакет крови, морфий. По адреналину. К нам что-то едет. Надеюсь, вы меня не бросили тут? Нет, но к нам что-то едет. Это, Илья, иди сюда. А, да. Подними рюкзак, еще раз брось. Так. И это... Еще тебе сейчас еды воды дам. Сейчас. Давай лучше туда. Понятно, подальше снять. Давай в домик скину. Пошли, а то я даже свой почему не могу подобрать. Главное, чтобы меня не сбили здесь. Да, ты бессмертен. А. Они везут пикапчик, надо в него быстро сесть. Без колес. Что тебе еще у нас спрячь, хватает? Садись, фига, быстро. А что надо еще? Да, сука, пеня рот не затыкает. Так, патроны у тебя есть, медицина у тебя есть. Да, так, ну можешь идти отсюда тогда. Что сейчас было? Теперь самый конченый подходит ко мне. Это ты обо мне сейчас? Нет, это я пень. Я к нему подбежал. Но я не подбежал. В смысле поднимается? Что за бред? Илья, иди сюда. Потом вертолет скину, отойди. Давай, возьми его. Тебе тут помогаешь. Ты так сказал, что прям с Японии посидят. Так, я больно понимаю, что у тебя с медициной. С медициной? 4 бинта, антибиотики, пакет... да, пакет крови. Ага, значит тебе надо более утоляющие морфий. Да. Сейчас. Две обоймы я уже купил. Так, медикаменты. Адреналин. Морфий. Более утоляющие. Сука. Не влезло более утоляющее. Я выйти не могу. Полагайте. Так, Пень, иди сюда. А я застрял. Где ты застрял? А, так это наши типы, это... Айс и... этот. Ну я хотел просить машину. Я у них тачку разобрал немного. Жесть, сервак завис. А я выйти не могу. Да завис, потому что твердой. Ждем, пока отвиснет. Ага. А Бадди на одном месте топчется. Все на одном месте топчутся. Не-не, Юна топчешься, не бежишь. А, ну да. Та-та-там, тра-та-та-ра. Бадди, это фреш, да? Нет, я псал. А, значит, а фреш кто это? Саш. Ого, охрена он запор. Знаешь, ты как будто не топчешься, ты танцуешь такой. Там, та-та-та-та. Не, фреш. Ну, всех обрыв связи, я смотрю.
Я наоборот только прыгну, где ты цепляешься. А Илья утирает из стороны в сторону, короче, с лапуны. Вас знали, всех покикало? Да, нет, уже от меня. Меня сейчас убьет машина. Не убьет. Но вот Айс на вас обидится. За что? За то, что он не успел продать машину при старт. Почему успел? Как это он успел, если там пить в машине был? А, эту? Да. Тем более за водителем. А, куда так? Эй, Айс мне не друг. О, фреш. Зелбра, ты как? Зелбр там последний раз, когда я его видел, он жопой в стену перся. Вот сейчас он двигался. Так, фреш, я ведь нормально двигаюсь? Я не рассказал. Опять подвис. Блять. Я тут. Я пока покурить это. Угу. У вас время, ты не жмёт, если чё? Отвис. Не, нифига. Отвис, машина уехала. Да я на тебя смотрю. А вот, теперь отвис. На меня? Я вообще за базой из этой. Панику я тебя вижу. А сейчас как? Нормально бегаешь. Ага. В общем, ждем рестарта или исправления этих лагов, и тогда уже на миссию. Ну, рестарт еще 106 секунд, минут. Не факт. Дело в том, что если серф лагает, админы же сделают рестарт. Да. А тут все равно не помогает. Пока иду. А, слышишь, Илюх? А, что? Вы же вроде искали какой-то другой срок хотели, нет? Да, никто не захотел, собственно. А, кроме тебя. Че, никто не... Сука, тапочки забыл. А, что за Overwatch? В смысле Overwatch? Какой? Arma 2? Да. Тот же самый эпох, только больше пушек разных и все. На Арму 3 Overwatch мод действительно годный, а на вторую ни о чем. Он уже готовый? Да, уже давно готовый. На него можно в любой момент заходить и играть. Прикольно. Не жрать. Так, пацаны, спасайте меня! Че? Ну подойди ко мне. Я не могу. Ты вообще где? Я в машине стою. Да ладно. Жесть. Просто ляж оттуда. Выбегай. Просто ляж и выползай. Все, выбежал оттуда. Просто если бы он еще там немного подержался, он даже в трейде сдох. А он это может, между прочим. Может, продадим машину? Да зачем, если это этого. Срай, скажем, исчезла. Айс, all gone. А, да, ее даже не довести. Тихо. Выйди, фреш, выйди. Из машины выйди, чел. А, да и чё я, значит, чел? Вот выходи, пилуэй, так. Да, выйти. Выходи из машины. Что вы хотите? Да мне... Он мой не друг, так что всё. А, да, мой тоже. Костя... Он друг клана, так что... Угу. У меня ник Пенни почему-то вправо где-то уехал вообще. Да Пенни лично какой-то. Кончен. В общем, у меня ник почему-то не на персонаже, а завис на мониторе, это вправо. Там слева. У меня справа. Безумный пень. А это кто такой? А их кто? Кто это такая еще? Угадай, блядь, с трех раз, кто это может быть. Да не, я уже понял.
какой-то коралл. Да так, забей. Рюкзаки. Эй, пацаны, кому сотка нужна, а? Я тут стою, да, пень. Давай скидывай. Ну это как бы сотка. А, ты ж честный человек, да. Это как бы деньги Айса. Так, так, а с Френдли, давайте передам. Ты юзал на меня, друга? Да, я тебе даже денежку отдал. Отлично. Так. Сейчас собираю пойти заново-то, получается. Да, сейчас. А, ясно, почему вещи не передавались. Ну, в смысле, ганбэк поднять не могли. Почему? Усерд лагал. А, да, у меня сейчас вся медицина, которую я хотел передать Пене, такая магическим образом сделала и исчезла. Да ладно. А деньги вернулись, нет? Нет. А тебе 100 рублей-то пришло? Да. Так, а где эта сумочка? Сейчас надо еще две обоймы этого купить. Я понял. Так, снайперские винтовки, ДМР. Сука. Пень. Иди сюда, забирай мне из сумки. Ну? Так. Укол адреналина, морфий и болеутоляющий. Все взял. Так, отлично. Так, псалмы и пеню одел. Следующий, Лёха. Ты мне только чуть-чуть вещей дал, так что, а я тебе больше мелочи скину. Я, хватит валяться. Лёха, не у тебя... Не валяться. Чего? Не дай хватает. Мне рюкзак. Потом вертолет скину. А, да, точно, я забыл. М110, две обоймы, морфий, попита, запчасти, дальномер, элиспак. Ну, а набор выживания, в принципе, не надо. А, мне тогда можно дальномер еще? Нет. Ну блин. Отсосешься 50 рублей стоит. Да я тебя дам, потом у меня шит. Так, Лёха, не хватает, значит, пакета крови тебе, да? Морфий. Убили. Так. Едыватый. У меня элиспак, ничего? Не, нормально. Не вставай, не вставай. Воды. Еды. Блять, вот деньги за воду и еду взял, а из сумки это пропало. Заебись. Лёха, стой. Подожди, а где здесь чувак, который торгует оружием? Мне бы... Пошли. М8 продать. Пеня. А, М8 ты здесь не продашь. Смотри. А, да иди, ладно. Иди ко мне. Бери у меня из сумки. Что у вас тут происходит? Всё, что требуется. Ещё лысый с орехой. Кажется, тебя устраивает такая компания? Да. Видишь, человеку весело, ему нравится. О. И упал. Бомж. А обойму ты не купил? Или ты я тебе на базе дам обойму. Хорошо. Так, следующий. Значит, нажми на Э. На бо... Сейчас я подойду нормально. Так. Апатия, почему никто не. Ну, блин, я съехал не слегка. А я вот так крутиться могу. Я тоже. Я не помню, как я. А, надо туда другое место сесть, да. Я помню, как я на базе на камушке тогда крутился. Ребятки, пати принимаем. Кинь пати. Все принял. Так, фреш, где фреш? А, вот он фреш. Подожди, Сандро, можешь от первого лица врубить? Так, Влад, иди ко мне. Чё вы творите? От первого лица вруби. Так, стоп. Так я уже. Чего тебе не хватает? Не, ну смотри, у меня чё есть. Морфий, болеутоляющий, адреналин... Антибиотики. Короче, я ладно, думаю. Я сделаю малька по-другому. Давай. Так. Всем по одному экземпляру я покупаю. Кого? 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 Медикамент. А у меня же есть все. Ну, я тебе просто уже выдал. Курлык, тоже курлык.
Так. Иди ко мне, Влад. Бегу. Я в домике. Да я понял. Так, подходишь так, а с френдли. Да я помню. Отлично. Так у меня же высока нет, конечно. Ну, сейчас, ну, побег. Нет, у меня в смысле на мне рюкзака нет. А, на тебе рюкзака нет? Да. Так. На, вот тебе 200 рублей. Давай. Иди вон у той бабы, купи рюкзак самый большой. Самый последний. В смысле, рюкзак койот, что ли? Да. Потом мне его отдашь, а я тебе гонбэк. Хорошо, все купил. Все. Требуется больше людей. Давай. Так, открыть рюкзак. Садись. Че? Не, да ты меня подвинул. Все, брать, это банка, да, бобы? Да, еду, воду бери, и недостающую медицину тоже бери. Ага. Я выйти из Ильи не могу. Все, я взял одному каждого. Ага. Да, все. Сколько нам? У меня сейчас пока две, слышишь, Лех? Ага. Если что, потом дам. Хорошо. Так, следующий. Лёха есть. Бадя есть. Мне не дали ничего. Пеня есть, значит, фреш. У меня полная всё. А, ну ладно. Ты донати. Илья? Да, где-то там. Сейчас, я тебе всё куплю. Всю медицину куплю тебе. Групповуха. Антибиотики. Надо кому-нибудь скин. Да нет. Я оставлю. О, да. Смотрите, как... Ты заебал. А это кто такой? Человек. Бери у меня из сумки. Тагас френдли. Ага. Все забирать? Да, все, что тебе не достает, бери. А что за сейф? Ничего, спасибо. А, просто текстура. Вот тут такая текстура. Все. Так, ну раз теперь. Покушать все... надо. Все экипированы. Покушать, Лех. Я ж тебе купил покушать. Какой покушать? Тут нету. Ему мало. Тут нету покушать. Да фак, я ж покупал. Ну давай, иди сюда, я тебе дам пожрать лично. На срух тарелку. Как обычно. Впрочем. Подогрей еще. Сейчас я положу. Все положил, забирай. Так. Я кому-то забыл купить воды еды. Мы молимся по уже бочке. Подождите. Леха, можешь повторить этот Бендер, как это делать? Зажигаешь бочку и все. Не-не, ну, типа, что? Это, люди-крабы. А. Встань, отдай честь, переключись на то, чтобы ты не бегал, а ходил. Да, раншифт. Да. Пересесть. Потом сядь, посмотри вниз, зажми Alt и иди. Не сработало. Ну как вот. Два раза Ctrl нажми. А что это, типа, еще ниже? Полное занижение. Я слишком высоко поднялся. Я иду на пап. Пение артиллерия. У меня руки. Так. Я застрял. Да, от первого лица, ну-ка. Это, так, фреш. Возьми у меня из сумки еды воды. Пень от первого лица включи. Ну, это как рота. Или я тебе сам положу. Сам возьму. А вот кто так может в жизни вот так пойти? Ладно, я положу. И я. Вот так вот прямо. О, машина. Надо не напасть.
сосиски, побежали за ней. Вот так вот надо снайперить. Ага. Это... Я снайпер. Ребятки. А. Садимся. О, бади, бади, бади. Смотри, вот это вообще... Как ты это сделал? Ну там два раза контр сказали как-то нажать. Пень и... Бади. А там кто-то на тачке поехал. Да, это рандомный тип. Мы должны на него были натравить орду людей крабом. Перепрыгни. О. А здесь что, снаряжения нету, что ли, у этого транспорта? А, нет. А почему мы эмочки не продали? А, сейчас на базу, да? Да. У меня псалом завис. Да, у меня тоже. У меня тоже. Влад, ты видишь это? Серп лагает. Да, да, да. Эх, чуть-чуть до елочки, ну. Ладно. Я движок выключил, да? Нет. Ну, он тише работает? Нет. Нет. Понятно, серп завис. Обрыв связи у большинства. Ладно, хоть не взлетели. Ой, вот я серп выключил, да. А я вышел! Ай, я не успел, дайте я выйду. Зачем? Еще меня мало ли. А, ну в принципе нормально отвис. А, хорошо, что не кикнуло хотя бы. А почему все пишут раз, два, три? Да флешмоб. А я тоже за компанию, раз, два, три. О. Давайте мой флешмоб поддержите. Два, три, пять, ну. Два, два, восемь. Ребята, мы напишем кланом хуй. Давай. На счет три. Слышь, клан бан, понял? Лёха, хуец. Блять, как там переключить? Вот кто так же напишет? Блин, ну блять, флешмоб у клана хуй. Ты что за хуйню, блядь? Кончено. Просто не в тему, знаешь, такой. Да блять, он вечно не в тему. Что у нас клан ебанулся порядка? Ладно, давайте все дружно напишем одну скобочку и все. И хорош. Весь рак начал скобочки писать. Пенни, я тебя подержу. Ты плохо пишешь. Вот сейчас кого-то кикнет. Ну вот он капслок нажимает, вот. Его сейчас может так ебануть. Вообще, с вертолета выпадет, появится, упадет на землю и распуячится. Нет, я нажал капслок, чтобы вырубить капслок. Нет. Так, кому там патронов не хватало? Мне хватало. Не. Так, кому не хватало патронов, пусть идет со мной наверх. Так, мало, я иду с тобой наверх. Да, и откроем В нам. Зачем? А мне передать рюкзак надо, с Илюхи. Ну подожди, тогда наверх поеди, я скину в рюкзак в этот. А, давай, кстати, да. Неужели. Неужели мы приехали, да? Водник с пулеметом. Это БРДМ. Так, Лёх, бери в левом сейфе две обоймы. Так, собственно, я в левый сейф сейчас скину сначала медицину свою. Снаряжение. На закрытие. А зачем? Положи её в этот рюкзак, короче, и всё. Медицину я свою скинул себе, чтобы потом забрать. Так погоди, у меня же в рюкзаке есть медицина. Да, ну ладно, сейчас. А у вас типа там... только одна башенка, да, обустроена, а вторая не. Да, они обе не обустроены.
Так, ты скинул рюкзак, нет? Сейчас. Что? Скинул. Бери. Так, нет, вот этот. Все. Ну кто пойдет так, гулять? Все, я взял. Так, теперь где тут патроны для лапуна? Скинь, я возьму не. Вы только скинь. А, все, взял я. Я возьму 5 обоим. Да хорошо? Бери 6. Не, 6 много. 5. Ладно, так. Значит, сейчас. Я готов. Сейчас я беру чинук и беру хаммер. Ну, сами патроны к М2 возьми только. Да, да, я помню. Так. И предупреди Вена и Тотула. Хорошо. На улице. Так. У меня пока пиздак не горит, вам повезло. Смотри, Лизи Бразерс. Так. Чем тебе не нравится моя лысая голова? Опасность, зелбы. Ты хочешь повторить свой старый трюк? Давай. Так, вертолет не заводите. А вы так мало кто замечал, но тут есть заправочная станция. Да ладно. Все заметили. Нет, меня. Кроме тебя. Это моя заправочная станция. Я ее находил. Теперь она моя. У меня она тоже была, но я выменял на замок. Ну он пропал. Где? А, так что моя я не знаю. Мне кажется, все-таки, что кто-то его тактично использовал. Теперь она моя. Это я не делал. Веня, иди отсюда. Моя заправка. Взял такое. Все, моя заправка, иди. Я стрельну вверх. Выстрели. Ну. Я забыл, какой именно ключ от чинука. Пеня, ты что засал? Подожди, а как этот? У меня два раза контрол не работает. Зачем контрол? Здесь надо шить два раза. Чтобы опустить оружие, два раза контрол. А смысл? Так. Это, кто в вертолете сидит? Я. Бывайся, короче. Чё, не на нём? Нет. Чё тебя закроют? Начну кема. Так. Нет. Для начала. Только для начала. Так, закрыть. А чинук кто вообще где находится? За базой. Ключ ты нашел? Да, нашел. Только сейчас надо из МВ 200 рублей забрать, переложить. Что, пацаны, устраивать обстрел поэтому по базе? По какой, по той, что ли? Военной, за базе. Ну я вроде траекторию пули просчитал. Что ты делаешь, Пеня, непрямая? Я хотел по артиллерии обстрелять позицию противника. Я надеюсь, по краям ходить безопасно? Нет. Конечно. Нет, не очень. Да, ни хрена. Бадя, давай, беги. Ещё Бадя упал. Ой. А, беги. Это опасно делать. Можно сказать, как я. Лёха ходит как гопник, этот залбор. Ну, все смотрите, пепелацы убили. Жанцов. Дэд, что там? Чё там парится? Ну, чё-то мне подсказывает, что они просто фармят. Они просто файнятся, мне кажется. Ну или да. Они просто донатят. Это правда. Так, сейчас. Смотрите, вот вы меня видели, теперь вы меня не видите. Последние ключи. Там вроде коробка М2. Так, Пеня. Где же ты пропал? Если я выйду из отряда, вы меня потеряете. Чё, если мы выйдем? Если я выйду из отряда. Да, Лёха, не ходи там, там пиздец опасно. Уже ходи. Так. Блять, конечно, это подготовка, это. Подожди, это один ВН нам говорит, не? База в руинах, красота. Не-не-не. Нет, это не нам. Он, скорее всего, что-то базу разбомбил, она в руинах, типа. Ну да. Так, отлично, я нашел все ключи. Манга, ёбаный рот. Наличные. Не нужны для наличных.
Сволочи, они убили Лёву. Съеден зомби. Они убили Лёву. Они его скушали. Так. Закрываю. Откройте мне дверь, пожалуйста. Бегу. Пойдет в консерв. Так. Стрелок. На это, на М2 только 100 пуль. Поэтому, окей. Поэтому не тратимся особо. Это же мой ультик. Так, все выходят из базы сейчас. Это как бы... Окей, жди меня. Давай, я это закрою, попробую первый раз. Close door. Кто нажал close door? Пеня! А, меня, погодите, ребята, меня закрыли. Пеня. Давайте. Лёха, ты чё? Ребят, давайте не тупить так. Сейчас какой-нибудь аутист рандомный подойдет, гранату сюда кинет и... И как бы да. Так. Батя, ты готов? Ребята, осторожно, не подходим к машине. Все закрыли? Закрыли в смысле базу? Да-да-да. Lock door нажимать, да, было? Да. Все правильно, все. Так, ну, короче... Все к чинуку. Вылазь, Да, походу, Лёхе настолько лень было и... пешком идти. Издеваешься надо мной. Я не понял. А камер подбитый немного. Какого хрена? Да, бывает. А, так. Это тот чел, да, кстати. Чинук, садитесь. Блять, я на место стрелка находитесь. Все. Меня кто, не блять, пускает. На моего... Кто сел? Это Вейн. А, это я сел? Я нажал на пассажира? Давайте на пассажиров пересаживайтесь. Извиняюсь. М240 здесь, кстати, есть. На пассажирах. Здесь есть М240, а ребят, можем пострелять сижу. Еще даже. Лёх, все на пассажире. Нет, сам видишь, бегай. А, ну, в смысле, меднопилочник у меня. Все, сел. Блин, вас там так много, а я один. А, это Лёха. А кто Хаймер? Чё? Сейчас мы его цапнем. Сосиской. Сосиской. Урманга Берри. Я думал, мы как в армии третьей полетим. В смысле стрелок. Здесь нельзя. Нет. Сейчас ты увидишь, как здесь вообще подцепляется техника. Это мистика. Оп, мягенько. И колесики еще крутятся. Слушай, как ты терпишься? А в третьей армии там тросы видно и у транспорта есть вообще. А там физика качения тут есть? Да, физика. Чего? Физика качения тут есть, прикольно. Да-да. Эпически выглядишь. Я тебе написал там в чате. Хорошо. Так, все, тот его я предупредил. Чего? Блять, он может прийти с БТР-90 и с нами нам Это боты были. Чё, забыл, как он меня с БТР-90 всем распихал. 8 человек убил. Что-то боты это много. Ну, раз никто не захотел скин этого, как его? Гили, хуй с вами. Что могу сказать? Кепочки пришли. Не парься. Ты умрешь первым. Так. Нам 8500 до цели. Не стреляйте, кто там сидит. Он ускоряет вертолёт. Ладно. Один двоен убил тотала с ломика, блядь, с 2 метров. Там была по-настоящему кровавая баня. Так они же друзья, да? Ну да. Они вместе постоянно играют. Видать по фану. Шлепнули. Не, я тоже помню, как я тебя по фану Лёха шлепнул. С 50. Потом тебя Лёха не убил? Нет.
А, короче, с Хами разбиваем вертолеты, да? Да. То есть, пока вертолет летит, с Хаммера будем стрелять. Так, у кого, значит, ладно, я выберу сам. А, Илья, ты за водителя, Лёха, ты за стрелка на Хаммер. А чё это я сразу за водителя? А чё это я сразу за стрелка? Ну, ладно, меняйте. Нет, меня все устраивает. Меня нет. Кто за стрелке будет на Хаммере? Пенни я не беру. Я не хотел. Я слишком много патронов тратил. Блять. Самому что ли пойти? Окей, ладно. Ладно, я стрелком буду. Просто у меня ФПС, вот почему я на что рассчитывал. У Лёхи, у тебя ФПС хороший. У меня ФПС сейчас 17, ты чё? Блять. Ну, у меня 60. У меня 54. 82. Ладно, Лёх, будешь водителем, а ты, Илья, стрелком. Окей. Окей, босс. Почему он босс, не Лёха? Я босс, иди на. Лёха босс. Like a boss. Ага. Бич. Я издалека, короче, вот этот костяной факт похож на как будто этот лайк. А где он, куда что-то его потерял? Меня? Нет, фак. А, здесь лодочка давно весь стоит? Хрен ее знает. Так. Рассаживайтесь, ребята. Ебать, сколько нас пиздец. Так, значит, я на стрелке. Ага. Лёха за водителя. Так, ну давайте потихоньку идти. Так, в машине только двое должно быть. Всё. Ну, во-первых, точку, откуда начинаем обстрел. Да, так, значит, смотри. Пока 0.21 есть... слева, 168 сверху, да? 168 это для этих... Для снайперов. Снайперов. Итак. Для всех остальных точка 0.22 слева, 168 сверху. А для нас? А для вас... так. Вы у нас доедете примерно до координаты... 28, 169. И там примерно вертолеты к нам и прибудут. 28, 169? Да, сейчас давайте все на 28, 169. 28 слева. А снайперы то, которые ты первый сказал, да? Снайперы это с противотанковыми. Все остальные снайперы на другую координату. Эй. Вообще нас по логике могла бы спокойно машинка подкинуть, не стоит. Вообще да. Не стоит. Смысл? Вот именно. Раньше бы начали, остальные бы не дотянулись. Просто пей нелогичный. Да ты не против автобус. Блять. Ты школьный. Да, школьный. Это вам и база, с которой. За которой отстреливаться можно. И. Сводилы из Южного парка. Быстро машина. Так, стреляет кто-то, СМ-107. Это я по боту. Ну, по зомби. Лёха, чуть тебе. Так, все, тормози, машину, вертолет. Выше двигатель. Пересрался. Хоть бы он нас обнаружил, а не так вот стрелять. Стационар установлен. Тихо, ребят. Так, движок заглуши. Нет, походу показалось. Не-не-не, есть. Есть? Спереди нас заводится. Он сейчас только на взлет идет. Окей, жду. Подходим все в районе машины. Все вертолеты туда прилетят, мы собьем два вертолета, дальше все же. В смысле, все снайперы что ли? Вообще сейчас все туда подходим. Нет, просто как бы. Что ты пытаешься? В нашу сторону летит. Забей. Слева, да? Слева, да. Вижу. Как-то я многовато патронов потратил. Вот именно, что ты заколебал. Так, он стреляет. Колесо сбили нам. Сильно?
Красная. Оранжевая. Ладно. А колеса-то никто не взял. Да ладно, если что, вертолет есть. Эвакуируем. Так, он походу присел вообще. Да-да-да, вообще присел. Да-да, так и есть. По мне стреляет бот. Откуда не вижу. Вижу. Там же выбежал еще один. Так, еще одна еще вертолет летит. Не-не-не, от нас улетел, займись теми. Так, я не вижу ботов, патронов мало, 33 всего. Около хвоста бегают. Так. Я всрал столько патронов и даже не взорвал этот вертолет. Вертолет ровно на 7. 400 метров ботник. Еще минус один, давай еще одного. Ой, хорош. Так. Нет точки, куда надо идти. Да. Больше не вижу никого. Так, идем. Рискнем подъехать? Не стоит. Не стоит. Так, вы выманиваете второй вертолет, пока у вас хватает. 18 патронов осталось. Надо было взять запасные. Я не ожидал, что ты такой расточительный чувак. Тут М240 есть, у меня есть магазин на него. Взять М240 и расстрелять его. А, здесь еще и ПКП есть с двумя магазинами. Точнее, с двумя лентами. Понял. Так, ну все, выдвигаемся. По-моему, на второй. Куда ты едешь? Забил угол. Не-не-не, он рядом. Он сейчас. Блять! Летит справа. Да, справа летит. Стреляй. Поехали в сторону вертолета. Попытаюсь хотя бы повредить его. Вот он. Там нам там нужно. Доверимся. Так, сейчас он будет над нами вылетать. Да. Сзади по нам кто-то стреляет. Меня без сознанку отправили. Лежи. Тебя не достают. Окей. Так. Или в машину залезть. 40 секунд без сознания я. Ребят, а ботовские лодки плавают вообще? Просто нет. Там лодка сейчас только что на горизонте проплыла. Санбро! Нас вертолет, а он нас атакует. Я без сознания. Вау, ты в машине без сознания? Да. Нет, да. Он рядом с машиной. Замечательно. Смотри, повезло. Уплыл, улетел. Улетел. Ты все еще жив. Так. Вот у нас нет от заднего колеса. Понятно. Ладно, хрен с ним, потом заберем на этом после миссии. Вертолет нам нужно уничтожить. Крови маловато. Перевязываюсь, у меня ноги сломаны. Офигеть. Пакет крови есть. Все сосредотачиваем сейчас. Залезь в машину. Погоди. Ах ты, ёбашка. Лучше не залезай в машину. Машину взорвали. Охуеть, мой вид. Вертолет падает. Я вертолету попал в лобовое стекло. Попал. Тоже попал. Сам бро, жив? Я там живой, но... Так. Сели. Боты сели. Уже очень близко, ребят. Сраный М2. Точнее, не М2, а... Я перелью себе кровь пока что. Вы по вертолету все еще стреляете? Да. Зачем, если там никого? Он сейчас заведен. Подбегали. Ладно. Вы занимаетесь вертолетом? Камер печально, что взорвали. Он столько, блин, по тебе столько стреляли, он столько держал, поэтому взорвали. Ну да. Так, вертолеты все убиты.
Отлично. Давайте на позиции обстрела. Напомню позицию. 22-022, что там еще наверху? 022-168. Позиция у всех, у кого нет противотанкового оружия. Позиция у кого есть... Лапуна считается противотанковым? Да. Окей. В мире DayZ это самое, что не есть противотанковая пушка. А тут танки будут сейчас? Нет. Что-то я немного по полю побежал. Не бежать по полю ни в коем случае. Да, я уже понял. Возвращаюсь в лесополосу. Так. Вижу М2 внутри. М2 поехал. Поехал? Да, не наш. Мне до точки еще 200 метров бежать. Это из чего бот убил кого-то? Из лодки. Блять, Хаммер, остановись. Слушайте, боты точно на лодках не ездят? Нет. И все еще не дает покоя та лодка. Она просто была в том заглопа. Убил кого-то. Ну я тоже кисточку получил. Самое главное, что сейчас стрелял в текстуру у кого-то. А, Зером рядом с тобой зомби. Сейчас сниму. А ты уже. Окей. Какая дистанция? Еще один, еще один там, еще один зомби. Сейчас убью. Так, тихо, на вас М2 повернул. Андрюха, Андрюха, ты собираешь зомби одни? Минус 3 зомби у тебя. М2 тот, что справа, убит стрелок? Нет. Нет. Сейчас займу. Вижу. Блядь. Я убил стрелка. Отлично. Фига. Наш он поехал. Ага, притопил парень. Так, ладно, хер с ним. Он сейчас никого все равно не возьмет на борт. Занимаемся пехотой. Да. Справа возле зеленого зомби. Ангара, смотрите, там обычно лазят. Кто стрелял так? Я с револьвера, зомби. Там зеленого ангара и вообще нет. Ты что делаешь? Так. Так, еще один. Дистанция. Так. Дистанция 600 метров. Сейчас займусь. Шпок и вынес. Отлично. Так, дистанция 400 метров. Ага, вот возле ангаров они оттуда возле вертолета бот. Хаммер, два пулемета. Все, вынес. Хаммер без пулемета. Да, без. Но если можете, убейте стрелка, чтобы просто не ездил. Нет, водителя. В смысле, да, водителя. Убили? Ну, вроде как напихали, но ему нет. Да, все, мертв. Ну не едет, все, перестанет. Так, зеленый дым еще есть и белый есть. Это просто боты раскидывают, они могут здесь долгое время висеть. А, да? Дым. Что, идем туда? Нет.
Погодите. Влезь, подойду слегка. Я лег там вертолет, как обычно. Так. Минус. Так. Со мной идет, значит. Кто-нибудь с пулеметом, идите вперед. Окей. Со мной идут. Кстати, да, не, машины еще целые. Ребята идут с пулеметами за мной. Свежий дым, свежий дым. Ребят, да, только кинули слева, где елки. Ага. Вижу, так, выбежал влево. Просто всё. Напихали, блядь. Так. Так, он кидал, дым летел не от него. Там еще, скорее всего, один. Я еще одного бота снял. Да? Ну тогда может быть и все. А, блядь, зомби. Сука. Бил? Ебаная. Спасибо. Так. Что, рискуем? Давайте, за мной идите. Все? Ребята с пулеметами идут за мной. А, у меня нет такого. Единственный, походу. Так, ладно. Значит, со мной еще идут ребята со скорострельными снайперскими винтовками. О, это про меня. Это М110? Да, М110. И ДМР. ДМР. Лапуна. Лапуна остается на месте. Почему? Она же скорострельная, не надо тут. Да. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Щерюк такой в обидках сидит, ведь. Блин. Может, и хотелось идти с вами. Передохните там все. Кто там стреляет? Я стреляю, там бот около М2 тусуется, где вертолет стоит. Там уже вертолет побудет. Так, идем аккуратно. У меня магазинов мало осталось, я сзади останусь, мне кажется. Идем аккуратно. Так, вдоль стеночки, да. Стреляй. Почему? Там же бот. Да, вижу. И минус. Ну, молодец, красавец, попал. Так. Так, там дым еще раскинули. Там еще боты есть. Ага. Где? Где ящики? У ящиков, да. Нашел дым. Есть у кого еще лишние патроны на СВД? Есть, кому надо. Да вот ты, тварь. Не, подожди, там... Ты где сейчас? Так, осторожно. Уворот со всеми. Ну, у входа. О, это далеко. Давай, тебе прямо в спину пришлось. Я вижу. Осознание, 40 секунд у меня выстрел-то. Так а чё ты перед прицелом-то бегаешь? Кто? Веня тебя пристрелил. Веня! Чего? Я тебя ненавижу. Адреналин, полите кто-нибудь. Сейчас. А, подожди. Мы же вроде не закупались адреналином. Я всем давал. У меня закуплен. Так, М2, опасно, М2. Проверить пульс или что? Мы не закупались адреналином, Лёха. Сделай человеку адреналин там есть. Да. Нету такого. Все закупались. Кем я покупал? Возьмите у меня в рюкзаке адреналин. У меня есть адреналин, но я не могу тебе его вколоть. Так, М2 я здесь. Осторожно, я сейчас за угол зайду. Зачем зомби стреляете? У тебя ноги сломаны, что ли? У меня все бинт. Нет, у меня кровотечение, сейчас использую бинт. Я с левой стороны иду. Угу. О, все. Теперь, Лёх, можешь прилезть мне кровку? Сейчас. У меня 3000 только. Так, я собираю деньги. Может, какие пушки? Давайте, вперед все бегут уже или нет? Да, теперь все можете бежать. Я такой, значит, смотрю, блин, хаммер, рядом с хаммером. На Хью я полечу. Там полностью чисто, кстати. Да, я там убил одного бота, хотя не знаю, мне за него ничего не дали, но он валяется, может, без сознания. Пень. Возле ящиков. Возле ящиков последних, те, что возле Хьюи, бот там, может, знаешь, быть без сознания. Так, осторожно, ящики лутаю я, вы прикрывайте. Как мне слезть? Казармы лутать? Пень, ящики я лутаю, блять, прикрывайте, сука, зомби нахуй! Как мне слезть с крыши? С крыши? Потом я за тобой залечу. На Хьюи. В общем, я хватаю Хьюи и улетаю, а потом уже вы собираетесь на Чинуке и летите за мной на той зону. Так. Благодаря Пене у меня отравление. Ну все, полный пролет. Так, казармы лутать? Казармы? Ну там нечего лутать. Там оружие, в принципе, есть.
Да. Есть? Ну вот эти есть. Казармы. Если найдете на СВД патрон, утащите. Хорошо. Это. Кто сейчас стрелял со снайперки? Я стреляю по зомби. Зачем ты только палишь? Если кто-нибудь сюда придет, ты только спалишься. Плюс. У нас вертолет, там что-нибудь такое есть, куда можно пушки сложить? Хьюи. Щенок, как бы еще. В Хьюи кидайте сейчас все, я потом на Хьюи прилечу. Прилечу к Чинуку, все, перекинем в Чинук и Хьюи полетим продавать. И меня главное с крыши снимите, а то я не могу слезть почему-то. Я М249 возьму себе. Угу. М60, да. Кто взял М60? Я М60 взял. Я возьму патроны, это М240, и патроны от КСВК. Угу. Так, слушай, Санбро, подкинь меня до Чинука. Окей. А я на Чинуке прилечу, мы тут соберем. Так, никто не покидает, кроме меня и... Так, Чинук у нас вот здесь, собственно. Да. Так, это... Бадя, тоже беги сюда. Я могу слезть с крыши, я Сейчас я подниму тебя. А потом я туда, конечно, побегу. Конечно, я охуел. Вот он туда забрался. Там лестница есть, он-то обратно слезть не может? Да-да-да. Охуеть. Выдал. Чё, правильно к тебе лечу, Тём? Да, ты прям на него летишь. Он на здании. Потом нас вместе докинешь до Чинука, и мы вместе на Чинуке сюда. А, пацаны, тут два магазина на КСВК, но меня главное, её нету. Снимите отсюда, а я добегу до базы там. Ага. Нет, мы не будем снижаться здесь уже. До Чинука, на Чинуке прилетишь к остальным. Да. Прыгай. У кого рюкзаки маленькие? У меня. Бендер, тут есть этот британского штурмовичка. Я Элис. Он побольше будет. О, вот большая оружейная, где? Не, побольше говорю этот британского штурмовика. А в этих ящиках одна койот лежит. И одна оружейная. Да. Почему патрон на СВД, прикиньте? Лёх, ПКП брать не? ПКП? Да. Да, можно взять, понадобится. Угу. Ну я скину вам ПКП. О, антибиотики я беру. Блять, херово, что, конечно, этот хаммер сгорел. Да ладно, хрен с ним. Он сгорел не зря. Ну, купим новый. Да ладно. Или я куплю этот САВ за 3000, и как бы на эти миссии можно будет ходить на САВе. На САВе до хренища патронов. А, он бронированный? Он, конечно, не такой бронированный, как хаммер, но он напихает вертолет столько, что вертолет просто развалится из-за пуль. Но именно бронированность спасла Санбро жизнь. Меня на этом саве ДШКМ сегодня пытался ушатать. Слышь, патроны на РПК нужны. А мне сразу лететь на геройку или... Да, сразу лети на геройку. Патроны на РПК нужны, нет? Пацаны, нет, патроны на РПК нет. Сейчас берем, значит, ну вот, мы к вам прилетаем. Не закрыл. Вообще-то я его только открыл. Так, сейчас я к вам прилетаю. Вы все еще садитесь. Вертолет летит, Хьюи. Где? Прямо над Чинуком. А, это ботовский. Да, ну ладно. Блин, у тебя такая напряженная интонация. Меня пугает это. Ну да, есть такое. Слышите, пацаны? Зато все услышали. Я сейчас прилетаю, все садимся. Что у вас есть? Только... Так... На СВД не дали. Сейчас оружие, то, которое есть, ну, типа, которое сейчас намотаем, да. В ящики скиньте, чтобы быстро перегрузить и все. Да. Места в Чинуке всего 10, поэтому, как бы, планируйте. Блин, пеня! По большим рюкзакам распихаем. Бля, нам хватит. Да, у меня рюкзак есть. Честно, не могу взять. Да, хоть одну миссию зачистили без особых проблем. Да, я, кстати, тоже сегодня неплохо отработал. Я тоже, на удивление, что-то. Потому что мы весь, как сказать, барет выпустили на трейд. Так.
душевно выпустили. Так, я могу помогать, где все оружие. Слушай, почему мы никогда выше не поднимали? Четко. Ну, я ну, думаю, выше. Что там тоже что-то есть, но что-то никто не хочет туда идти. Куда? Выше. Выше. По дороге. Свыше и яму. Ну, там как бы тарелки. И все. Больше ничего нет. Так. А, Лёха, я ПКП сразу скидываю, да? Да. Офигенно, ну что, полный меднабор. ПБС — это прибор бесшумной стрельбы, да? Как я... Глушитель, да. Значит, мне дозвуковые нужны, да? Пень, ПК... П ты сказал, а не ПКМ. Вы там перегружаете в чинук? Да, они перегружают. Как там, место-то есть еще? Да, 9 штук. Патроны, лопа и КСВК надо? Да, возьми. Надо этот М8 кидать сюда? М8 какой? Все кидайте. М203. А, Леха, а нужен этот вертолетный ротор? Ну, закидывайте все, кроме вот того, что вот мне Бадя сейчас сказал, М8. И кроме ПКМа. А чё ты его продать не сможешь? Его нельзя продать, блядь. Ну замодифицировать и продать. Чего я буду модифицировать? Слышь? ПКМ ПБС? Ну, ПБС. Ну, какая там? ПКМ ПБС? ПКМ это пулемет. Вот именно. А УЗИш как называется, кстати, да? ПДВ ПБС. А, что-то я спутал. Чем мест? Чё там, еще стволы остались? Ну, смотрите. В ящиках стволы есть? Ящик забрал. Бадя, ладно, иди сюда, садись. Стоп, так мне на СВД патроны дадут сюда? На СВД? Ребят, у кого СВД патроны? Еще два места, сейчас сгоняем. А, в смысле, есть где-то? Мы в принципе можем купить 4 неполных обоймы по 2, одному патрону и одна полная. На ДМР-ку нужны патроны кому? Ну возьми, если есть. Давайте не задерживаться, я просто знаю, что эта миссия гиблое дело. В смысле? Мне кажется, если мы сейчас еще минут на 10 задержимся, нам жопа. Давайте садиться, улетать. Ты большой, но ты можешь подлететь к казармам? Ну, хорошо. Норм заказ. Это Илья, ты долетел? 3 километра, 4. Ты долети и зависни, короче. Я сяду на ангар. А, ну да. Тоже варик. А тут, походу, уже все спешно. Начальник этих, да, Лёв там, сзади. А о чем мы хаммер-то не взяли? Мы не можем его забрать, это будет пустым. Блять, я не могу, Лёх, среди казарм сесть. Ну ладно, хуй с ним, не садись. Так, давайте близко. У меня предчувствие плохое. Так, со мной 3-й, 4-й, 7-й. Безумие 5, это Уэйн и, по-моему, Санёк. Окей. Так, Лёха. Беги сюда быстро. Чё, потом куда? Сейчас на Геройку, с Геройки на Хольц. С Хольца на базу. Ну, на Геройке мы ещё купим там патронов кому надо. Хаммер. Кому надо? Каждому бы хаммер купил. Я сказал патронов кому надо. Запятая, хаммер. Лёха, ну хаммер каждому на личный расход. Я убью их на. 9 хаммеров как-то уже не болит. Пока ты. Мы сейчас все продадим, у нас 3 раза больше. Так.
Мне, походу, снайперку придется менять, да? Ну, я не знаю, хочешь ты ее менять, нет? Нет. Все, отъебись. Вы хотели посмотреть, что тут? Угу. Вот я вам говорил, спутник. Все. Я больше нихера? Ну да. Так, летим длинным путем, но безопасно. А я просто напрямик полетел над деревьями, и мне никто не, даже не пытался стрелять. Над, прямо над миссией пролетел над патрулем НАТО. И ему просто плевать было. Надо мной какой-то аутист завис. На вертолете. Блин, капец. У меня кровь потерялась только из-за опасности. Так, кто стрелял? Не я. Не. Где не ты? Я уже сказал, да. За пулеметом кто сидит? Я. Логично, кто-то стрелял, да? Ну я же говорю, кто самый конченый. Так вот, я не буду возвращаться к этой теме. Все уже знают. Лёха, я тебя даже похвалить не могу. Чё? Я говорю, садись ты там, по казармам шаришь. А нахуй меня хвалить? А то, что, блин, команда не выполняет. Все красавчик, да? Вот именно что. Просто, блядь, команду не выполняешь, это хуёво. Да ну тебя, там был калашик, ты понял? Так, я его не мог взять. Я точно руку об лоб сломаю. Калашик не мог взять? Да. И меня просто как не взять, типа. Вот видишь, он не мог взять, а я смог. Я спас ситуацию. Лишнюю денежку взял, да? Да. Зато мы ушли и все казармы обчистили на предмет автоматов. А ну чиноки эти шасси не убираются? Нет. Это чинок. А зачем в чиноке дырка? Где? А, это? Да. Накрепачить. А-а-а. Кто там идет такой вывалился? Сэм вылазь. Чтобы писать. Точняк. В натуре свесил сральник и в море. А то и не в море. Там море. Ковровая бомбардировка. Ни одному в Дизи хочется покушать. Да. Нет, и... мне тоже. А мы на Хольц летим сначала, не? Нет, мы сначала на первый. После этого на Хольц, после Хольца на базу. А с базы уже можно на заставу. Ну, я думаю, уже после рестарта. Шо после рестарта? Что после рестарта застава. А. Блин, а вот когда за роем к тебе вставлять, все-таки удобнее стрелять. Да. Да. В смысле, скоро будешь на площадке будут? На этих. На третьих. Ну я вижу. Кто будет не на них ставить, сам себе еблан. Мне нравится. А там что-то у парня, что ли, вертолет украли какой-то, походу. Ну да. Не, взорвали. Украсть вертолет как-то сложновато, а вот взорвать изи. На трезе? Да. На корабле ничего нет вообще. Видишь корабль под углом? По нему-то ходить нельзя. А
Может, Бадя такой человек, который может ходить по краю? Бадя, как ты там себя называешь? Никак. Человек. А, аутист? Да, вот. Я аутист. Синдром. Хорошо, что он сегодня не включился. В смысле? Синдром твой. Включался. Да когда он включался? Я сегодня в студии не было. А, в Шараге. Но в Шараге это стабильно. Только у меня в этом друзей особо и не проявляется. Да что-то заметно. Если, блядь, меня выносит Хаммер просто так вот, потому что ему захотелось, или мне ломают ноги просто так, потому что ему захотелось, и у меня с этого бомбит, не значит, что я аутист, нормально. Или всего лишь слегка. Или если у меня бомбит от того, что меня убил фантом пулеметчика М2, тоже нормально. Ну, если очень сложно заворачивать мне геройскую базу. Я понял, а, слышь, Лёх, кто там говорил тогда все свои действия? Все свои действия? Ну да, когда еще на той базе были мы-то. Пошел пасать, типа, да, там? Да-да-да. Не знаю. Болт вроде. А, да, болт. Ну это когда я его заебал, что все говорят, что они делают. Я шагнул. Я остановился. И как сейчас мы поворачиваем. На, подпавалился. А, вы пока до базы летите тогда, я здесь полутаюсь. Не-не-не-не-не. Что патронов найду. А чё мне на базе делать сейчас? Я тебе куплю патронов. А мы сейчас быстро продадимся, купим хаммер и находимся. Так и смысл мне на Хольце, чё мне надо? А, на Хольце я тебе куплю патроны, вот в чём прикол. Ладно. То есть на базу мы заезжать не будем? Сам то, это как? Вертолёт в вышку. Он ещё прыгает, смотри. Так, не выходите только. Сейчас надейтесь, чтобы она нормально взлетела. Молодец. Залетел. Сажай. Это ты типа замаскировался, что ли, или чё? Пацаны, кого пахал? Чё так носит-то? Да он на автозависании плохо просто. А-а-а. Блять. Илья. Что тебе не нравится? Я нормально пилотирую. Илья, шо, блять. Так. Андреяж, это покемон. Андреяж, да. Блин, я-то думал, как эти винты... Бедный Илья, его опять убили. Да ладно. В смысле, как? Что? Ты суициднулся? А, блядь, идите нахуй, ебать. Так. Тут я смотрю, везение это убийств на средних дистанциях, либо ультра... Короткие, либо ультра. Да не, слышь, в средних дистанциях почему нет? Вчера вполне себе очень даже сняли с 300 метров. Это длинное. Вот 200 метров до 200. От 50 до 200. Блин, с 200 тоже нас сливали. Вон, меня аж пепелас с 200 слил, по-моему. Ну это пепелас, блин, Бадя. Это же средняя дистанция. Ну это же пепелас. Так. Средняя дистанция. А, я хаммер забыл купить, секунду. Чё? Курлык. Боеприпасы, М2. А акции уже? Не буду покупать, у меня есть М2. Ты покупаешь?
Ты купил этот с пулеметом? Хаммер, да. А, зачем я хаммер покупаю? Стоп. Я же сап хотел купить. Ну. Ну, бывает, тупнул. Ну я пойду курить. Да. Я иду. Продаж iPhone 6s. Вообще не скидки. Нифига себе, 50% на iPhone 6. Пожалуйста. Тут нет, а угощение скидки до 50% на технику по акции. Всю ночь ждем вас в детали магазина. Понятно? Мама! А, мама! Я съем. Да мама, бля! Мама, блядь, мама, блядь, мама, блядь, мама, блядь, блядь. Ай, блядь, сап. Купить. Так. У вас, как я понимаю, пушек дохуище. Да. Так, ну сейчас будем разбираться. Чё да у кого. Сейчас я вас всех выпущу. 9981. А это эпично выглядит, как вы тут сидите так, а сзади все открыто. Стрельни по кому-нибудь. Сейф-зона. Так, значит, я вас открываю. Это у кого там эти лапуны? Три обоймы лапуны, да? Так, у кого еще обоймы лапуны есть? Я скидывал в этот. Понятно, это значит, что все. Так. Хорошо. Ну, тогда это... Сейчас я поднимаю воздух с этот... Чинук, и мы летим до... Польки. Польцы. А, так. Польки. Ты патроны купил к этой хреновине? Он на базе есть 4 пачки. Вылазь нахуй, заебал. Охренеть, у него эпичный прицел. Так, слушай, Санбро. Да, что? Садись. Можешь сесть? Ща. С какой стороны тут сесть только? Блять. Все, я здесь есть. Ага. Так, смотри, вот тебе ключик от Сава. Я положил. Ага. А, короче, прилетим, я сбрасываю тебя, потом сбрасываю Сав, ты закрываешь Сав, и можно спокойно торговаться. Окей. Я думаю, в трейд-зоне нормально, если выходить? Ну, выходить, да. Просто мне надо выйти, наверное, на сегодня пока все. Чё-то ты рано. Чё-то да. Чё-то вообще рано. Да. Так вот надо мне. Завтра во сколько будете? Ну, там как получится. Чё, типа КС-очка не ждёт? Не, ну это есть немного. Да просто чё, блин, задолбал. Пишет. У него типа днюху сегодня, я ему обещал в днюху поиграть с ним в КС-ку. Он такой, типа, давай. И это, слышишь, Лёх? Сделал просмотр. Ты сделал материаловедение? Конечно же нет. Я тоже. То, что в электронке я нереально сделал, это мне удобно вообще. В электронке? Ты видел это дерьмо, что там надо делать? Я видел, не, у меня ответы есть. А, есть? У меня Виктор скидывал тогда. Идёт тебе, блядь, я Виктор скидывал. Да. А ты еще не мог попросить его, что ли? А мне эта крыса до сих пор так ничего не скинула. Ну просто я его телефон специально для этого взял. Ну я, слышишь, я не знаю. Блин, я куплю краску на выходных, наверное, на следующей неделе принесу. А тебе скинуть эти картинки? Фотки? Да, давай. Все согласны за 5 минут ночи в каждом рестарте? Нет. Чего? 5 минут ночи. Никто за один рестарт. 5 минут за один рестарт. В смысле? 5 минут игрового времени за один рестарт, типа ночь, чтобы было. А. Бред. Там парк. Пеня, хватит бредить. Я не понял. У нас не демократия, кто в аудио диктатуру споришь. Добро пожаловать. Объяснил. Так. Смерть неверна. Блять, пень.
Блин. Пацаны, конечно, сейчас меня могут забанить. За что? Что там делаешь? Я просто с фотки копирую. Ну, высаживай меня. Ага. Мишка. Какой Мишка? А, ну сейчас я тоже-то выйду. Так. Ну, сам бро, выпрыгивай. Это безопасно? Да. Так. А мне можно выпрыгнуть? Погоди, не сбрасывай, тут аутист какой-то подошел. Сбрасывай на него. На него, да. Давай. Гангстамен, не сбрасывай. А чё? Ну, блядь. На него надо было сбросить. Так, а я, если выпрыгну, что будет? Эй, Санбро. Погоди. Он подбегает постоянно. Да за базу отлети, господи. Он за Люха, из Люха побежит, мне кажется. А, мне похуй. Эй, Люха. Он бежит. Я сбрасываю. Давай. Закрывай. Закрыл? Нет, он сел и закрыл. Сел и закрыл. Вот ты кусок говна. Че, он сел? В общем, да, он сел, но я не в смысле его закрыл. Он сидит на стрелке, я вывожу, вы его убиваете. Не трогай его. На стрелке опасно его убивать, если честно. Нет. В смысле, там нет патронов? А, да? Тогда в бой я буду. Для начала все продаемся, потом уже все эти вопросы вторичные. Убить мне патронов на СВД, я от него не останется. Я стал от вас, да? Так, все, ребят, наверное. Блин. Админ, меня тип закрыл в тачке. Админ. Это, блин, опять нытики. Так, здесь выходить тоже нельзя, что ли? Я тебе альтер 4 только тебе поможет, чувак. Да ладно. Ну так тебе и надо, говно. Фреш бонус за смекалку. Слушай, а вещи не удаляются? Слышь, Лёх, вещи не удаляются? Вещи не удаляются, ничего? Нет. Хера ли они будут удаляться? Мало ли. Патрон на СВД вывозим и убиваем в лес. Окей. Так, сейчас я тебе быстро куплю патрошки. Не, я хочу с Глока это сделать. У тебя сколько не хватает обоим? У меня много не хватает обоим. У меня было 5, осталось одна с одним патроном. Хорошо, я тебе куплю 6. Выйду, дай. Дай выйду, сидит, орёт в машине. Батя. У тебя 2 секунды, вылазь. Иначе я выезжаю за сейф-зону и тебя просто расстреливают к хренам. Блять. Мои бортаны надо добавить. Молодец, все, вали отсюда. Давай, поехали за трейд, дядя. Который Зером. Саум. Ну, блять. Зером. Лёх, тебе куда скинуть, в ВК или в скайпе? В ВК давай. Ок. Бадя. А. Ну ебут твою задницу, нахуй. Поговори со мной. Да, говорю. Я не знаю, там ты разберешься, я сам или разобрался его почерки. Так, Аспрендли, можно мне ебнуть? Да я уже сделал. Вот, другое дело. На тебе обойму. Я тебя ложу. Шикарно. Много патронов на это. В смысле, а почему я в бою? Вы видели, как этого типа откинуло? Нет. Его откинул? Я его протарагил и его кинуло на другой конец трейд-зоны. Ну заебись. Нехуй. Крутяк. Лови, Лёха. Так, кто там, если что, продал, деньги мне скидываем. Все равно они в общий банк пойдут. Ладно, давайте, ребят, пока тогда. Давай. Тот самый момент, когда ты уже вводишь сумму, чтобы положить в банк. Не, у меня денег нет, если что. Так, а XM8 где продается? Так, стоп, сначала фреш мне передаст. Все, фреш передал. Лёха, давай теперь ты. Последние деньги забирают, мразь. Что? Так, что ещё есть? Пень. Мы сюда регулярно возвращаемся. Пеня! Упасть. Всё. Чё?
В общем, как эвакуировать машину отсюда будем? Пока, надо. Все. Что бы. Так, окей, у меня осталось только М8, М320, куда его деть? Так, давай его сюда. Так, сейчас я подам. Так, сейчас, погоди, перед... Блядь, стой, не двигайся. А, ну хорошо. Так, 70 рублей. Опчик. И открыть сумочку. Ой, а почему? Стой, ты уже забрал мою? Да, я забрал. А, хорошо, молодец. Так. Значит, у кого там? Все, больше ни у кого ничего. Че это, где это аутрище, который... Там... Тот кусок дерьма, все на дороге стоит. Что, он типа пойдем выйдем, что ли? А чё у него за винтовка? У него М240 и М110. Так, я знаю, как нам подцепить САФ и съебать отсюда по-быстрому. Ну, ты взлетаешь, я подвожу под тебя, выпрыгиваю, ты подцепляешь? Да, потом его вгоняют, потом ты садишься. Да, хорошо. Так, ребят, садимся. Сейчас. Осталось нас шестеро. А куда еще 7-8 делись? Нет, нас было всего 7. Влад, этот полков. Кусок биомусора подбегает. Так что... Да, давайте быстрее. Не получится так сделать. Что-то мне подсказывает. Закрывай машину. Только... Машина, да. Но... Мед на сайте. Я его опустил. А. Блять. Может, я просто поеду. Нет. Так... Толкни его нахуй. Просто сбей его, пускай он улетит туда. Да не получится так сделать. Думаешь? Не думаю, знаю. Вот как же печально, что здесь сейф-зона и невозможно вот таких вот аутистов убить. Не, толкнуть ты его можешь. Отлетел! Вот, улетел, давай быстрее. Так. Всё, я... Ага. Я что-то здесь не выпрыгнул. Всё, цепляй, цепляй. Стой, подцепил? Я здесь. Подцепляй еще раз. Ага. Подбегает. Да, всё. Ага. Приземляйся, подбирай меня. Ага. Главное, не отцепилась, чтобы. Закрывай! А, нет, нормально. Кто может сесть? Закрывай! Я... Закрывай. А, стоп, я еще не сел. Я не мог сесть. Ага, ладно, потом за тобой прилети, посиди пока здесь. Давай. Сав! Сядь внутрь! Все, мы подняли. Давай за ним потом прилетим. Да. Полетели отсюда. Леха, почему ты его постоянно отцепляешь? Да, он сам отцепляется. Когда долго висишь на одном месте, он автоматом отцепляется. Ага. Есть пожрать. Полетели отсюда. Да, да, я метку ставил. Он болта забил. Так. А, он пошел из трейдера. Фрэш, мы на твоей базе скинем сейчас? Слышь, снеси его. Там он выбежал за трейд, по-моему. А, не надо, не стоит. Не стоит, да. О, вот это снайпер. Вот это да. Сейчас попрям. Не надо его убивать, он. Может, хитрожок. А вот она, твоя база. Слушай, а тебя, по-моему... У тебя все стены пропали. Да, я и говорю, мы базу сломали. Да не надо здесь. Ну ладно. Чё, полностью летим на базу? Да. Ну ладно. Блять, как-то хуёво, что Фрэш не успел сесть. Да, сейчас мы с ней прилетим. Ничего не будет, если я его оскорблю же, да? Да нет, тут можно оскорблять, как хочешь. Да нахер и хуево. А, я думал, ты про меня, ты принял.
обычный танк. На пол Федора. Блин, это сколько? Это получается где-то 98 сантиметров. Пол Федора. Шкурник, шкурник. Боже, это убивает. Бадди почти 19, на него орут, что он школьник. Ну, так-то все еще школьник. Ой, да конечно. Ну, серьезно, так-то все еще школьник. Нет, так-то помню. Вот именно. Вот, Пелик, ты начинаешь себе противоречить. Я мягенько насру в тапочки и говоришь, что я мягенький в тапочках. Потому что он уже туда насрал. Вот именно. Ну и что? Есть пожрать? Мне. Ну, ну закрыто. Я открыл. Там попить уже есть, пожрать. Ну, сами найдете. Ну потому что это ПТР-40. Он всегда столько стоит. Да. А вот ПТР-40 ДШКН стоит 4000. Кстати, если бы я не купил САП, и мы бы тогда Хаммер не просрали, у нас бы сейчас было почти 8000. А мы заработали сейчас сколько? Ой, не почти 8, почти 7. А у нас сейчас 3690. Ну зато я посмотрел скиллуху каждого. Могу сказать, что Санёк очень даже охуительно стреляет. Я убил 9 ботов на миссии. Я убил 6. А, не, 8 у меня написано. Так, где пожратность? Так я не могу тебе выложить. Можешь. Он открыт теперь. Спасибо. Угу. Мы как раз упакуемся. А, это вы сюда прям на чем пойдете? На косарке. А, ей как-то ничего не разумеет, да? Не. Так. Это Илья, бывайте. Вы тоже все бывайте. А, ясно. Загоняй. Открывайте. Что, Вадя? Мне не нравится этот тип. Какой? Гангстер. А я думал, ты про мою эту. Все закрыли? Этот... Дверь закрыли? Не, а да, наверное. Так, какой там пароль был от сейфа, что рядом с машинами? Я ж тебе давал. Давал-то да, но... Чего? Ладно, сейчас сверну. Нет. Посмотрю. Аллаху акбар. Кто стрелял? Я. Ни один патрон должен был слить. Чем мне магазин с этим патроном? Так, во дворе 7671. Да. Вам надо всем скинуть. Почему дверь не это? А, ее надо анлокнуть. Да, а? Ну, вроде да. Пацаны, сервак завис. Я заметил. Бля. Понеслась нахуй за 20 минут. Вас изгнали из игры. Бля. А у тебя ключик. А у меня еще и сейф.